Хабаровский край в числе лидеров по числу увольнений. С начала года 67 работодателей объявили о предстоящем сокращении штата. Без работы в общей сложности останется более 600 человек. Из них, как показывает практика, не все встанут на учет в центр занятости. С начала года у нас таких граждан, уволенных по сокращению, обратилось 218 человек. Из них было трудоустроено 74 человека. Если посмотреть по профессиям, то абсолютно различные профессии, с которыми граждане пришли к нам. Ну, в основном это бухгалтера, главные бухгалтера, менеджеры, специалистов очень много, главных, ведущих, старших, особенно в банковской сфере. На минувшей неделе еще 280 человек в крае остались без работы. 80 из них – хабаровчане. Несмотря на это, в региональном банке более 14 тысяч вакансий. Потребность в рабочей силе испытывают строительные отрасли, предприятия, оказывающие социальные услуги. На расхват сегодня бульдозеристы, механизаторы, токари и каменщики. По статистике, на одного безработного приходится 1,5 вакансии.